Музыкально-танцевальная вечеринка «Sonic Rave» состоялась в Бресте. Ее организовала инициативная группа брестских музыкантов. Музыкально-танцевальная вечеринка под открытым небом стала свежим молодежным веянием этого лета. На нее собрались около 1000 брещан и гостей города. Насыщенная программа, сочные мешапы и ремиксы диджеев, яркие огни сцены и современная музыка. Зрители также не остались без призов. Вечерний рейв – это новый формат досуга для жителей Бреста, претендующий стать частью культурной жизни города.